Здравствуйте, на канале ТВ5. Время новостей, в студии Елена Зайцева. Уборочная кампания стартовала. Продовольственная безопасность в регионе, заявляют представители областной власти, обеспечена. Вместе с тем, рост цен на хлеб неизбежен. Спецтариф на электроэнергию. Коллектив Запорожского титано-магниевого комбината ждет решения, от которого зависит зарплата работников. Борьба со зловонием. В Запорожье запах осадков сточных вод пытаются нейтрализовать с помощью импортных реагентов. За последние сутки в ходе антитеррористической операции на Донбассе освобождено 3 населенных пункта. Об этом во время брифинга заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. Кроме того, украинские военные установили контроль над пограничным пунктом пропуска Должанский. При этом за сутки потери сил АТО, 3 военнослужащих и 1 пограничник. Он погиб во время минометного обстрела террористами пункта пропуска Новоазовск на границе с Россией в Донецкой области. В результате обстрела были ранены 8 украинских пограничников. За все время проведения антитеррористической операции на Донбассе, по данным на 2 июля, погибли 200 представителей сил АТО, 619 ранены. Об этом сообщили в СНБО. По данным исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля, в плену у сепаратистов находится 29 украинских военных. Для их освобождения создана специальная комиссия. Также Коваль подтвердил факт обустройства огневых позиций российскими силовиками на границе с Украиной. Глава Минобороны предполагает, это делается с целью не допустить прорыва боевиков в Российскую Федерацию. Сегодня около 11:20 при заходе на посадку в аэропорту Днепропетровска упал самолет Су-25, согласно сообщению Минобороны. При заходе на посадку самолет потерял управляемость. Летчик был вынужден катапультироваться. В результате ЧП, отмечают в оборонном ведомстве, жертв и разрушений объектов аэропорта нет. Петр Порошенко готов к тому, чтобы контактная группа при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, спецпредставителя председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посла России Михаила Зурабова продолжила работу. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый. В ходе встречи с представителями дипломатического корпуса он отметил, ситуация в Украине нуждается в дальнейшей широкой международной поддержке. В Украину в ближайшие дни прибудет дополнительная группа наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Точное количество наблюдателей и куда именно они направятся, пока неизвестно. При этом сообщается, что наблюдатели будут направлены в 10 городов Украины. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Бердянске и доставили в Киев одного из координаторов боевиков, самопровозглашенного мэра Горловки Владимира Колоснюка, по данным СБУ. Колоснюк занимался поиском тяжелого вооружения для банды Безлера Беса, участвовал в нападениях на блокпосты сил АТО, похищениях и пытках людей. Сотрудники СБУ задержали его в одном из кафе Бердянска при закупке крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, автоматов и взрывчатки на сумму в 2 миллиона гривен. Во время задержания террорист оказал правоохранителям сопротивление. Главным следственным управлением СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «Создание террористической организации». Более 2000 юношей из Запорожской области будут призваны на службу вооруженные силы Украины и другие вооруженные формирования. Новобранцы не будут принимать участие в проведении антитеррористической операции на юго-востоке, заявляют в Запорожском областном военном комиссариате. Всего планируется призвать на военную службу более 26 тысяч украинцев. Призыв будет проводиться в 3 этапа. Понад 26 тысяч юнаків призывного віку, які будуть призиватись до Збройних сил України. В липні, серпні, вересні будуть проходити курс молодого солдата і будуть опановувати військову справу. Жоден юнак, який призивається до Збройних сил та інших військових формувань, не буде направлятися до військових частин підрозділів, які зараз задіяні в антитерористичній операції. В областном военном комиссариате также рассказали, когда вернутся домой мобилизованные весной этого года военнообязанные запорожцы. Коли закінчаться бойові дії на території Луганської та Донецької області, коли закінчиться активна фаза антитерористичної операції і будуть
відновлена стабільна суспільно-політична обстановка в східних регіонах України. Я маю на увазі, після цього буде виданий указ президента про демобілізацію. І всі військовозобов'язані, які призивали за мобілізацію, поступово за графіком будуть звільняти з лав Збройних сил. С 23 мая фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» организовывает вывоз семей из горячих точек Донецкой и Луганской областей в места, где они могут временно проживать до стабилизации ситуации в регионе. На сегодняшний день при непосредственной поддержке фонда вывезено уже около 4000 человек. Из них более 1000 размещены на предприятиях группы СКМ в Харькове, Запорожье, Днепропетровске и Киевской области. 145 человек из Донецкой и Луганской областей сейчас живут в Запорожье на базе отдыха комбината «Запорожсталь». Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» оказывает помощь семьям, которые стали заложниками противостояния на Донбассе. Это эвакуация и перевозка населения из зоны боевых действий, обустройство в местах временного пребывания, возможность получения медицинской помощи. Сегодня директор благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный побывал в Запорожье, где встретился с семьями, которые разместили на базе отдыха «Металлург». Мы на сегодняшний день эвакуировали уже более 3800 человек, из них 2200 детей, это дети. Вот. И с помощью партнерских организаций, с помощью предприятий группы СКМ, вот в частности в Запорожье, это «Запорожсталь», помогает с тем, чтобы разместить этих людей, тех людей, у которых многодетные, тех людей, у которых у них нет средств к существованию, и нет средств для того, чтобы самим найти где-то место проживания. На сегодняшний день практически все переселенцы находятся без средств к существованию, поэтому многие семьи волнуют вопрос выплаты пособий. Фонд сегодня ставит вопрос на государственном уровне, чтобы проблемы этих людей решались. Сегодняшние проблемы – это и выплата пособий. Вот люди из тех городов, где не работают казначейство, не получают сегодня те пособия, которые могли бы получать, соответственно, остаются без средств к существованию. Хорошо, что есть добровольческие группы, хорошо, что вот здесь питание обеспечено, и люди могут получать питание, получают медикаменты, получают медицинскую помощь в полном объеме. В ближайшее время на базу отдыха «Металлург» еще ожидается прибытие семей с детьми, которые покидают Донецкую и Луганскую области вследствие эскалации конфликта. Временные переселенцы говорят, здесь для них созданы все условия. На отдыхе, что поехали в отпуск. То есть мы так детям все это преподнесли, что чтобы их не травмировать, и что они в отпуске на каникулах. Вот. Ходим на речку, водим детей. Огромные слова благодарности фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», всей команде фонда, которая помогла с эвакуацией, которая помогла с устройством здесь, вот в профилактории комбината. Огромное спасибо руководству комбината, что нам смогли предоставить корпуса для проживания. В Запорожской области стартовала уборочная кампания. Задержка с ее началом в этом году, по словам специалистов, связана исключительно с неблагоприятными погодными условиями. Темпы аграрии уже набрали. Ежедневно убирают более 40 тысяч гектар ранних зерновых и бобовых культур. Техника, утверждает в облгосадминистрации, тоже готова. Всего на уборке урожая в этом году задействовано более 2700 единиц. Урожай запорожские сельхозпроизводители планируют собрать на уровне прошлого года. Работы, по их прогнозам, займут не более 2 недель. Продовольственная безопасность в регионе, заявляют представители власти, обеспечена. Ценовая ситуация тоже под контролем. Правда, цены на хлеб все же повысят. Но это, подчеркивают эксперты, вынужденная и оправданная мера. В области идет повышение цен на муку. Мы долго совещались с нашими хлебопеками. И мы подписываем завтра дополнительное соглашение к меморандуму, которое повышает цены в среднем на 5-7% на сорта, массовые сорта, которые используются в области. Хочу отметить, что на сегодняшний момент по ценам именно на хлеб пшеничный и ржаной область в Украине занимает одно из последних мест. То есть у нас самая низкая цена.
Руководство Запорожского титано-магниевого комбината снова просит государства о спецтарифе на электроэнергию. Сейчас, говорят на предприятии, этот вопрос завис в воздухе, а от его решения сегодня зависит уровень заработной платы коллектива. С просьбой о помощи работники ЗТМК обратились к руководству региона. Подробности в репортаже Натальи Зайченко. Запорожский титаномагниевый комбинат, утверждают на предприятии, пережил второе рождение. Сегодня он в процессе реконструкции. Ее первый этап обошелся новому инвестору в 110 миллионов долларов. Планируется и строительство нового производства. Кроме этого, ЗТМК освоил инновационную технологию производства титановых слитков и слябов, продукции с высокой добавленной стоимостью. Но есть и трудности. Сегодня коллектив предприятия озвучил их руководству области. Представители власти обещают помочь. Запорожская цветная металлургия будет развиваться, и я готов всячески поддерживать, потому что у коллектива есть проблемы, связанные с административными процедурами. Мы обязательно будем помогать для того, чтобы как можно быстрее завод мог оформлять документы и развивать свое производство. Но и эта капля в море по сравнению с проблемой, которую титано-магниевому комбинату не удается решить годами. Это спецтариф на электроэнергию. Сейчас, говорит директор предприятия, этот вопрос как никогда актуален, поскольку ЗТМК, как и вся страна, переживает сложный период, а загрузка производства не более 60%. Для нас спецтариф, такой как имеют электрометаллурги и ферросплавщики, он существенно бы нам помог, мы бы смогли, в общем-то, наш коллектив поддержать. И имели бы источник для повышения, значит, заработной платы для нашего коллектива. Поэтому будем просить, значит, оказать содействие в этом вопросе. Потому что мы подходим всегда вплотную к решению вопроса, а потом как-то это все... И сразу меняется власть. Ну, к сожалению, как-то так вот, да. Вот. Убедили, достучались, все, раз, и это самое. Ну, бывает. Ну, открывают тому, кто стучит, поэтому будем объединять наши усилия. Валерий Баранов пообещал лоббировать этот вопрос в киевских кабинетах. Кроме ознакомления с производством, руководитель региона пообщался с коллективом предприятия и проинформировал его об общественно-политической ситуации в регионе. В ближайшее время сводный отряд запорожских правоохранителей отправится на юго-восток страны для участия в антитеррористической операции. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции представители запорожской самообороны и правого сектора. Репортаж Евгении Назаровой. Представители запорожской самообороны заявляют, что готовы принять участие в антитеррористической операции на юго-востоке, однако просят официального статуса для своего батальона. Люди в батальон у нас уже есть. Мы прямо сегодня готовы вывести туда весь состав самообороны, но у нас по-прежнему нет никакого правового статуса. Нас сегодня не видят ни в рамках Министерства обороны, нас сегодня не видят ни в составе там спецподразделений Министерства внутренних дел. В антитеррористической операции, говорят, принимают участие представители местного правого сектора. Наш координатор, который был назначен изначально из Киева, Милослав Корж, несет сейчас службу в рядах Нацгвардии. Часть молодых ребят воюет, находится в зоне антитеррористической операции в составе батальона ВАЗОВ, Донбасс. Вот. Мы постоянно с ними находимся на связи. Часть наших людей проходит подготовку у специалистов для отправки в горячие точки. То есть сейчас в данный момент формируются батальоны. Представители правого сектора также прокомментировали визит своих коллег заместителю городского головы Запорожья Дмитрию Свиркину. Свиркин, в общем, на данный момент нам предоставил факты, подтверждающие его якобы непричастность к схемам Анисимова. Но мы сейчас этим разбираемся, рассматриваем все эти документы и бумаги. Также параллельно и ведет это дело и комиссия из Киева. Рассказали представители организации, почему требуют отставки прокурора области Александра Шацкого. Он, по сути, просто бездействует. Бездействует. Своим бездействием или действием, я так понимаю, оказывая влияние как раз на наркоторговлю, на крышевание игрового бизнеса. Представители Запорожской самообороны и правого сектора говорят, члены их организации будут работать в качестве помощников председателя Запорожского областного совета. Мы не можем переизбрать людей, руководителей, депутатов, но мы можем установить за ними контроль, и мы это сделали.
Мы создали институт помощников, которого раньше как такового не было. Там более 30 человек. Там есть специалисты правого сектора, специалисты самообороны, специалисты общественной организации «Край примирения», специалисты других организаций. Это в облраде. В целом же, заявляют участники пресс-конференции, они выступают за скорейшую перезагрузку местных органов власти. Борьба со зловонием. В Запорожье коммунальные службы пытаются нейтрализовать запах осадков сточных вод с помощью импортных реагентов. Так, новые технологии испробовали на иловых прудах центрального очистного сооружения номер один. Жители близлежащих домов постоянно жалуются на резкий запах, который доносится отсюда. Каким образом борются со зловонием и приносит ли это результаты, узнавали наши корреспонденты. В иловые пруды центрального очистного сооружения 1 попадают осадки, полученные после очистки сточных вод. Здесь они обезвоживаются, источая при этом неприятный запах. Особенно остро ощущают его жители поселка Балабино, а также Южного и Космического микрорайонов Запорожья. Технология обработки осадков предполагает, что со временем они минерализуются, а запах пропадет. Чтобы ускорить этот процесс, несколько лет назад технологию усовершенствовали. Ввели механическое обезвоживание на центрифугу с использованием специальных реагентов. НАЦОС-1, цех механического обезвоживания, работает около полугода. Однако после применения корейских реагентов малоприятный запах на иловых площадках только усилился. Для решения возникшей проблемы коммунальное предприятие «Водоканал» закупило новый реагент французского производства. Говорят, после 2 недель его использования запах уже удалось приглушить. Обрабатывают всю территорию иловых прудов, вот здесь порядка 44 гектаров. Те карты, которые находятся сейчас в работе, все подлежат обработке этим химсоставом. Этот реагент биологически активный, он входит в соединение с теми осадками, с тем илом, который здесь находится. Он абсолютно экологически безвреден. На сегодня до конца еще не отработаны вопросы в части объема использования этого реагента. То есть какое непосредственно нужное количество на отдельно взятый участок. Не использован вопрос касательно того, что да, поверхностная обработка позволяет запах убрать, но толщина этого слоя сухого осадка достигает метра и более. То есть что делать с запахом тем, который есть внутри под поверхностным слоем? Пока что этот реагент используют в качестве эксперимента. На первое время закупили 300 килограммов на сумму порядка 40 тысяч гривен. Им обрабатывают все иловые пруды на этой территории, что, по словам специалистов, позволит хоть и не избавиться от проблемы с запахом, но хотя бы минимизировать ее. Кроме того, на будущее перед руководством водоканала и местными властями стоят и другие задачи, связанные с использованием этой территории. Да, мы решаем проблему использования иловых прудов, уменьшаются их площади, уменьшаются запахи и дается значительный экологический эффект, когда именно сухой остаток здесь складируется не мог. Но в то же время у нас стоит задача, на сегодня она до конца не остается отработанной, а вообще дальнейшей перспективе его использовать в качестве стройматериала, в качестве удобрения, в качестве топлива биологического. Еще один способ борьбы с запахом на иловых прудах – строительство цеха по утилизации осадков. Он, по словам представителей местной власти, обойдется более чем в 200 миллионов гривен. Учитывая проблемы с финансированием, разработка этого проекта временно приостановлена. Высшее образование – залог успешной карьеры. Ежегодно Запорожская государственная академия выпускает порядка 80 студентов заочной формы обучения, которые работают на комбинате «Запорожсталь». Этот год не стал исключением. Во Дворце культуры металлургов прошло торжественное мероприятие, на котором 5 выпускников, работников комбината «Запорожсталь», получили награды за успешную учебу. Комбинат «Запорожсталь» в вопросах подготовки специалистов сотрудничает со многими учебными заведениями города. Запорожская государственная инженерная академия, кузница, кадровый базовый вуз для предприятия. Сегодня на комбинате «Запорожсталь» работает более 2500 выпускников с ГИА. За последние 2 года работа с учебными заведениями наполнилась новым содержанием. Комбинат «Запорожсталь» стал проводить мастер-классы руководителями для студентов и преподавателей вузов, экскурсии для преподавателей и студентов. Практика сегодня стала вместо 3 недель 4 месяца, где это дает возможность студенту во время практики получить рабочую профессию. Мы давно уже работаем с институтом. Из его вышли прекрасные выпускники, работают у нас на комбинате, в том числе и в нашем цеху работают. Хорошие ребята. Багаж знаний заложен хороший. Значит, они его на практике применяют.
преподавателю, конечно, видно, что вложили в душу. Огромное спасибо коллективу преподавателей за то, что воспитали таких хороших прокачек. Пяти работникам Запорожстали и выпускникам металлургического факультета СГИА 2014 года за успешную учебу и труд вручены грамоты. Запорожсталевцы считают, учиться никогда не поздно. Резчик холодного металла СХП-1 Дмитрий Ушаков говорит, хочет стать настоящим профессионалом, поэтому решил получить высшее образование. По моему мнению, высшее образование дает грамотность в отношении к работе, более в полном объеме осознавать и понимать весь процесс, все процессы, которые происходят на комбинате, более глубоко вникать в производство. Если ты будешь квалифицированным специалистом, который будет понимать все правильно, принимать какие-то решения правильно, которые будут приводить к положительным эффектам, то тебя заметят и, конечно, будет карьерный рост. Приятные чувства. Думаю, еще одно какое-нибудь высшее получить, чтобы еще совсем квалифицированным быть. По словам декана металлургического факультета СГИА, запорожсталевцы положительно себя зарекомендовали за период учебы и успешно сочетали труд на предприятии с получением высшего образования. Кто хочет получить путевку в жизнь, тот старается, хорошо работает. В любом случае, все выпускники, которые работают на Запорожстале, очень хорошо проявили себя в период дипломирования. Как-то уже сложилось года 2-3, что как раз заочники намного лучше защищают дипломную работу, даже чем дневники. Вот у них какое-то появилось не то, что я сказал, желание больше познавать. По словам работников Запорожстали, молодые специалисты на предприятии поощряются, а это, в свою очередь, стимулирует их повышать свою квалификацию и самосовершенствоваться. Приятно, то, что как бы ценится то, что получаем образование, и предприятие это ценит, рабочие учатся, поощряют. Больше дисциплинируют, уже как-то больше ответственно начинаешь относиться к работе, уже более понимаешь, что ты делаешь, для чего это делается, как можно улучшить, допустим, качество своей работы. Проводятся конкурсы профмастерства, проводятся тесты для того, чтобы оценить знания и дальше дать движение по карьерной лестнице. Завод – это в первую очередь стабильность, соцпакет, ну и довольно немаленькая заработная плата, ну и тоже и тот же карьерный рост. За 20 с небольшим лет Украина заняла одно из последних мест в воспроизводстве населения среди стран Европы. Смертность значительно превышает рождаемость. Одной из причин этого явления медики считают алкоголизм молодежи, который приводит к бесплодию или рождению слабых, нежизнеспособных детей. Если в 1990 году население Запорожья составляло свыше 850 тысяч человек, то сейчас жителей областного центра стало меньше на 200 тысяч. Причин сокращения количества городского населения несколько, но больше всего медиков настораживает факт роста бесплодия у молодежи. К сожалению, сейчас мы имеем почти 50% мужского бесплодия. Чаще всего все-таки это связано с тем, что в большом количестве мужчины употребляют алкоголь и очень много курят. Ну, во-первых, это обязательно влияет их на эректильную функцию, то есть вообще на возможность мужчины быть мужчиной. И, конечно же, влияет и на сперматогенез. Доступность спиртных напитков для подростков приводит к раннему алкоголизму, что, безусловно, влияет на формирование всего организма. По статистике, мальчиков рождается больше, чем девочек. Но к 30 годам эта пропорция кардинально меняется. Среди 60-летних горожан женщин в 3 раза больше, чем мужчин. Медики объясняют это фактами риска, такими как алкоголизм, наркомания и вытекающими отсюда травматизмом, суицидом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, приводящими к смерти мужчин. Пьющие девочки-подростки в последнее время стали достаточно распространенным явлением. Пиво и слабоалкогольные напитки очень быстро разрушают как внутренние органы будущей матери, так и психику. Эти женщины ведут чаще всего именно асоциальный образ жизни. Они не наблюдаются у врачей, и мы не можем заметить тот момент, когда можно эту беременность прервать. И в конечном итоге потом они рожают детей с такими тяжелыми уродствами, которые исправить уже практически потом невозможно. Безусловно, одними запретами бороться с алкоголизмом молодежи бесполезно. Необходимо прививать у подростков отвращение к спиртным напиткам. Это задача родителей, школы, всего общества, уверены медики. Только у здоровых родителей рождаются здоровые дети.
На этом выпуск завершен. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите главред@tv5.zp.ua. В студии работала Елена Зайцева. Всего хорошего.